Привет всем! Сегодня я вам подготовила комплекс упражнений на три разные группы мышц. Начинаем с ягодиц. Делайте по 20 повторений на каждую ногу. Здесь представлены разные вариации на ягодичную мышцу. Все упражнения с утяжелителем, с гантелькой. Если у вас нет гантельки, ничего страшного. Вы можете использовать бутылочку с водой. В этом упражнении внимательно следите за спиной. Не прогибая спины, идет подъем ноги наверх. После ягодичной переходим к упражнению на косые мышцы. Идет 20 повторений на каждую сторону. Наклон к палочке, большой шаг в сторону. Ну и конечно же наш любимый пресс. Сделайте по 25 повторений каждого упражнения. Проследите, чтобы пресс был максимум напряжен. Обратите внимание на спину. Спина плотно прижата к коврику. Очень важно заканчивать комплекс растяжкой, чтобы у вас не было крепатуры. Потяните левую и правую ногу.